Голоса учеников детской школы искусств поселка Искатели услышали в Петербурге. Младшая группа хора в северной столице посетила фестиваль-конкурс музыкально-художественного творчества «Праздник детства». На международной площадке они исполнили свои самые любимые песни и уже полюбившиеся зрителям произведения. Закир Вафин расскажет подробнее. Замечание основное, чтобы вы друг друга слышали. Все, Маша, давай. Международный фестиваль-конкурс музыкально-художественного творчества «Праздник детства» 18-й раз собрал любителей различного рода искусств. Артисты из Эстонии, Северного Кавказа, Коми, Адыгеи, Бурятии, Карелии, Ненецкого округа и других регионов представили свои лучшие произведения. Участвовало 40 участников. Как вокальные были номера, так и хоровые коллективы выступали. Конкурс был международный, поэтому выступали не только с России, выступали также с Эстонии, даже были, по-моему, участники из Чехии. Но, по крайней мере, нас оценивал профессор Пражской консерватории. Молодые таланты в возрасте от 4 лет выступили в номинациях «Вокал», «Хореография», «Театральное, инструментальное, изобразительное творчество», «Декоративно-прикладное искусство». Детская школа искусств участвовала в конкурсе впервые. Покорять сцену концертного зала «Санкт-Петербург» отправились 14 ребят. Я первый раз выступала там в каком-то городе. Это было в Санкт-Петербурге. И мне там очень понравилось. Наши ребятки очень достойно выступили в номинации «Хоровое пение». Они стали лауреатами второй степени. И, кроме того, у нас выступили девочки в инструментальном творчестве, пианисты. Они стали дипломантами. Так что очень удачное, мы считаем, выступление, и мы гордимся ими. Наши артисты приехали с наградами, дипломами лауреатов и кубком за игру на инструментах. Закир Вафин, Леонид Шишелов, телеканал «Север».